пару штук, наверное, в которых я участвовала, потому что меня 9-го забрали с избирательного участка, и следующие 5 суток вот я провела в тюрьме, собственно, я не знала, что происходит в Минске вообще. Но я понимала, что что-то происходит, знаешь, вот когда вас там 4, вас там 36 человек в 4-местной камере, то это какой-то пиздец, типа. И ты понимаешь, что все камеры вот в таком составе примерно, да, типа вас сюда поселили не потому, что все остальные свободны, а потому что так дохера людей. И это значит, что на улицах что-то происходит. Потом, когда ты видишь девушку, которая с тобой вот в камере, да, то есть вот ты сидишь, у тебя тут везде руки, ноги, все свисает, потому что там в 2 уровня, ну, дофига людей, вот здесь у тебя ноги, тут кто-то под тобой, руки, дышать невозможно. И вот ты видишь, там сидит одна девушка в коротком платье достаточно, абсолютно легенькая, и у нее на ноге и на руке какая-то херня. Я говорю, что это, кровоточит, да? Она говорит, а, это резиновая пуля. Типа, меня задело там на стеле. А ничего страшного, такая, ну, нормально. Я там, там такой был пиздец, но мне еще повезло, она говорит. И серьезно, типа, блядь, у тебя тут следы от резиновой пули, ты говоришь, что тебе повезло? Типа, что там происходит? Вот. Ну, потом, конечно, это безумие, оно, я не знаю, поддерживало оно меня или нет, вряд ли, но я просто понимала, что какой-то пиздец происходит. Вот эти крики, да, из автозаков людей выводят, дубинками херачат, адские крики просто, когда мужчины кричат и просят просто о пощаде. И это 3 суток без конца, потом в коридорах вот эти крики, эти стуки там по железным этим дверям. И ты понимаешь, что, то есть эта ситуация настолько адовая, ты сейчас вот просто в аду находишься. Но он просто так сам по себе не создался. Он ниоткуда вдруг не возник. Что-то происходит, да? Сейчас какой-то такой важный момент переломный, что что-то очень важное происходит. Да, я оказался в первые дни в самом центре, и мне было очень страшно видеть то, что я увидела, потому что мне показалось, что я оказался в другом мире. То есть вот есть картинка, которая есть по белорусскому телебачению, есть картинка на постерах «I love Беларусь», есть просто картинка, которую, может быть, даже из-за рубежа видят тоже картинку, все равно они не здесь, они видят эту картинку. А есть то, что ты выходишь на улицу, и люди, которые призваны защищать тебя от преступлений, бросают в тебя светошумовые гранаты. И это просто другой мир. Тот, который почему-то люди, даже живущие здесь, предпочитают многие не видеть. А это происходит тут. Тут просто убивают людей на улицах. И как бы в каком веке я, где я, что происходит, это было очень страшно. Отойдите назад! Наверное, самая популярная версия – это то, что произошло в 2020 году, когда случилась предвыборная гонка со всеми репрессиями, незаконными посадками кандидатов, уличными протестами, на которых начались уже избиения, несправедливые наказания, штрафы, сутки. Ну и эскалация произошла 9 августа, и с тех пор, как бы, наверное, Беларусь теперь ассоциируется со словом «протесты». ЛГБТ, знаешь, активисты тут в этой революции, я думаю, что они занимают просто как бы гражданскую свою позицию. Я не думаю, что тут стоит разделять. Ну, как бы я, в принципе, никогда не выступаю за разделение мужчины, женщины, не знаю, там, православные какие-то, верующие или атеисты. В общем, все люди, которые, в принципе, борются за право любить. Все. Просто дайте нам право быть собой, любить и наслаждаться жизнью. Вот, собственно, роль ЛГБТ-активистов, пассивистов, ну, ЛГБТ-людей в этой революции, она точно такая же, как и роль любого другого гражданина
это выйти и сказать, что права человека номер один, и мы за это готовы бороться. Я пришла домой, залезла в Телеграм, и кто-то ко мне обратился в одном из чатов женских маршей. Блин, как-то не хватает радуги. И я поняла, что очень много людей подумали об очень схожем моменте. Да, потом мы много говорили про то, что мы хотим, чтобы наш голос был виден, мы хотим, чтобы люди знали, что мы рядом с ними были и 9 августа, и 10, и каждый день, и чтобы они понимали, кто рядом с ними борется за эту общую свободу. Когда вышла квир-колонна, и да, когда проходил марш, и это была очень разная реакция от людей, и это были люди, которые подходили и кричали: «Это не ваш протест. Вы перепутали день. Это не ваш день. Уходите. Давайте, сворачивайтесь тут. Чего вы нас позорите?» И я просто помню, как я начал кричать, и за мной подхватили: «Любой день наш». И это было просто очень важно для меня, потому что, все, что происходило, любой из этих дней был нашим. И эти люди не представляют, сколько нас, таких ЛГБТ-плюс людей, были в этот момент в толпе. И это очень пугало тех, кто смотрел тогда на нас и кричал нам, потому что они не знали, а что делать. В смысле, подраться прямо на марше друг с другом, да? Типа, очень классно. Кто из нас дискредитирует протест? И они не сделали нам ничего плохого, и это классно. Потому что на самом деле людей, которые нас приняли, которые махали нам флагами, которые кричали нам и поддерживали нас, их было больше. То есть ты отгребаешь за это, в принципе, со всех сторон. Госпропаганда тебя использует, действительно, чтобы дискредитировать протестное движение. Мирные протестующие не в большинстве своем, но все же предпочли бы, чтобы ты убрала этот флаг. А ЛГБТ-сообщество, практически все, что высказывалось в медиа, говорили, что это зря, но ты понимаешь, что по-другому поступить не можешь, потому что в тот момент, когда все борются за общую абстрактную свободу, никто не будет бороться за твою свободу, кроме тебя. То есть мы люди, да, и мы везде, и поэтому мы точно такие же, как и все остальные. Мы сидели в тюрьмах, в камерах, в переполненных, мы терпели этот пиздец, нас били дубинками, мы выживали, мы лежали в больницах, мы с этими ушибами съебывали из Белоруссии, где-то сейчас кто-то явно укрылся и боится возвращаться, и я абсолютно понимаю. И не возвращайтесь, ребята, пока здесь такой пиздец. Вот кто мы. И это не только про ЛГБТ. Это вот все белорусы, они вот такие вот, что происходит. И у кого-то еще есть силы, кто-то получил меньше дубинкой, и поэтому он еще остается. Кто-то уже сидит в тюрьме и не остается, кто-то уже умер, и уже все, его сопротивление закончилось, да? Такие вот истории. Это про людей, это не про ЛГБТ. Не только. Я хочу сказать, что, например, когда меня задержали второй или третий раз, я не помню. Да, второй. Нас задержали с подругами, мы стояли около автозака. И стояло два ОМОНовца, которые контролировали нашу упаковку. И такие: «О, меньшинство подвезли». А я не услышала. И там такой рогот просто стоял. Я поворачиваюсь, а я злая. Меня задержали вообще-то незаконно.
Я говорю, чего вы смеетесь? Он такой, да не, просто узнали. Говорю, меньшинство подвезли. И я в тот момент, ну, мы засмеялись, потому что в этом диалоге как-то было гораздо больше добродушия, нежели в похожих диалогах в колоннах мирных протестующих. Вот. Но на самом деле, когда мы уже все попали в автозак, я поняла, что это, ну, вообще ни разу не смешно, потому что что произошло со всеми нами, когда квир-колонну задержали на последнем женском марше, и это уже была другая история, без добродушного ОМОНа. И это было на маршах, это было в квир-колонне, когда она вышла. Это было... Ну, это ощущение, что это уже не совсем ты. Ты уже часть какого-то события, часть чего-то очень большого, чего-то очень важного. И значит, твой страх, он вот такой по сравнению с той энергией, которая у тебя есть. И все эти фотографии, когда люди стоят в сцепках, у них ведь не напуганные лица. Они стоят, ну, у них есть первые линии, и у них самый большой страх получить хуже всего, но я не особо-то и видела на их глазах, в их лицах страх. То есть это про то, что они чувствовали, что они на своем месте. И я, наверное, чувствовала, что я на своем месте. Попадая там в тюрьму, однозначно, как только полицейское это государство, да, как только оно узнает, что... Ну, ладно, тут не про государство, тут про частных людей, эти менты, вертуха и вот это вот все. Как только они узнают, что ты ЛГБТ, конечно, гораздо больше унижения и насилия с их стороны в твою сторону, да? Только потому, что ты ЛГБТ. Ах, ты такой сильный, смелый, любишь мальчиков или девочек, или ты сам не пойми, кто ты, мальчик или девочка. Ну, мы тогда сейчас еще отыграемся, вот. Врубили интернет, и моя дочка узнала, что происходило, и она плакала 5 часов подряд. Вот наступил этот момент салфеток. Вот, я просто понимала, что я очень сильно испугалась. Ну, то есть, как объяснить 13-летнему человеку, что мама обманула, это был не салют в честь выборов, это были гранаты. И она оттуда убегала, и как теперь, ну, отпроситься у нее на следующий протест? Я понимаю, что перед каждым из нас, ну, стоит этот выбор, и те, кто остались в стране, ну, по сути, его сделали. 8 августа, перед тем, что произошло 9, 8 августа была свадьба моей подруги. Я был на этой свадьбе. И это выглядело как кадр из какого-то сериала, когда люди действительно в другом мире. И это не говорит о том, что они плохие. У меня замечательная подруга. Но это был мир, в котором не было всего этого. Это были люди из других кругов. Такое ощущение, что они просто живут вот не в этой Беларуси. И у них все было хорошо. А я смотрела на это и думала, господи, я действительно хочу, чтобы у вас все было хорошо, но завтра здесь будет война. И она действительно была. И это вот было очень страшно видеть. Оно как бы затянулось, и пора бы уже заканчивать. Но, блин, кроме нас никто это не закончит, поэтому... Ну, надо как-то еще покрепиться, еще что-то где-то набраться силы. Вот, надо тоже выдохнуть. Ну, мы живые, мы плачем. В том числе, мы же не только такие сильные, смеемся и ха-ха-ха, нам все нипочем. Мы тут... Ни хрена, мы боимся, конечно. Мы боимся звуков, там, лестничная клетка, какие-то машины подъезжающие. Ты судорожно вспоминаешь, у тебя все спрятано, все флешки у тебя куда-то розданы, там, вся информация у тебя почищена или не вся. Ну, вот что происходит. Но это не про ЛГБТ, ну, как бы, и про ЛГБТ в том числе. Здравствуйте, ребята, подожди! Здравствуйте, ребята, стойте!
Есть риски, мы не хотим активизма, мы хотим жить, любить друг друга и держать друг друга за руку в важные моменты, все. Нам этот активизм нахер не сдался. Как ему дальше со своей совестью жить? Тут же вопрос, я что-то делаю тоже для себя, да? По факту мы каждый, мы как бы нация белорусская создается, но по факту каждый себя создает, да? Или там дорабатывает, где-то дошлифовывает. Вот эти... Здесь ты можешь закрыть глаза на насилие или не можешь? А здесь ты можешь промолчать или не можешь? Как тебе дальше будет, вот как тебе со своей совестью дальше жить? Ну, я знаю, что я... Мне проще пройти через весь этот адок, пиздец, но внутри у меня будет супер спокойствие от того, что я сделала свой максимум. Про вот это абстрактное слово, которое... Всем то нравится, то не нравится. Типа, что такое белорусская солидарность? Где она? Вон, если бы мы были солидарны, мы бы тут уже все давно порешали. Но это вот она и есть. Это понять то, что происходит, принять и позволить себе в этом быть несогласным. Несогласным с тем, что происходит. И я очень сильно горжусь этими людьми. Я горжусь быть их частью. Моя дочка, проходит максимально. И тоже у меня нет никакого осуждения, ну, не все так готовы, да. Ну, кто-то самосохраняется, и пускай самосохраняется получше. Ну, вот это супер важно. Нужно остаться в живых. Вот, бляха, такое время, 2021 год, тебе задача в центре Европы остаться в живых. И у нас нет военных действий, да. Вот, ну, поэтому такое. Тут как бы, знаешь, такое вот балансы. Остаться в живых и остаться с чистой совестью и сделать революцию. И вот это все, блядь, ты, блядь, жонглируешь этой хернёй и еще стоишь на одной какой-то ноге, там, на пальце одном, да? И вот здесь вот, вот все белорусы, представь, что ты окружен вот такими вот, блядь, жонглёрами, да? И как-то нам нужно потом пара-пара-пам и сделать такую, блядь, красивую картинку. У нас все получилось, ребята. Браво, овации. Молодцы. Белорусы просто, блядь, герои. Нахер нам сдалось, блядь, это геройство. Мы хотим двумя ногами стоять, блядь, на своей земле, да? И не жонглировать вообще. Обнимать своих любимых, своих детей на свободе, у себя дома. Вот что мы хотим делать. Но пока мы все жонглеры, вот такие красавцы. Окей, хорошо. Такое время, период. Будем... отрабатывать свои навыки жонглёрства. Вот. Так что, конечно, безусловно, приятно, да, когда вокруг тебя так много этих жонглёров, и вы все на одной волне, и ты видишь, как только ты там вроде как падаешь, тебя другой кто-то поддерживает, и все, ты уже дальше опять стоишь. Ну, круто. Вот за счет этой поддержки, я думаю, что вот это вот пара-пара-пам, оно все-таки случится. Ну, еще чуть-чуть побалансируем. Я, люди, которые меня окружают, огромное количество вынужденных, ставших активистами в этой стране людей, они просто уже не смогут стать другими. События не повернуть в обратную сторону. Мы не сможем ни забыть, ни простить того, что произошло. И вопрос только в том, насколько болезненна эта операция будет, насколько она долгая будет, да? Потому чтобы сейчас это все, ну, вырезать ненужное, злокачественное и начать выздоравливать. Ну, оно, наверное, так и случится когда-то. Ну, нет, оно само так не случится. Ну, то есть мы все равно сделаем так, чтобы так было. Но как бы само по себе оно ничего не случается, поэтому еще похерачим чуть-чуть, еще поработаем в этом направлении.
А потом уже в старости будем сидеть, любоваться природой, зайцами, которые скачут там из окна где-то там у нас в деревне. Держать друг другу за руку. Мы такие, ну, не зря пожили. Вот такое, наверное, будет.